Замахнуться прицельно, ударить, но при этом не попасть в соперника, иначе судья зафиксирует нарушение. На первый взгляд капоэйра выглядит не совсем привычно для любителей единоборств. Вместо желания свалить оппонента с ног – неожиданное сальто или мостик. Но это и делает капоэйру такой уникальной. Количество желающих посвятить себя этому виду спорта растет с каждым днем. Доказательство – несколько сотен спортсменов, которые приехали сразиться в Кубке России. Помимо взрослых, которые боролись за звание мастеров спорта, в турнире выступили и дети, самым младшим – 5 лет. Мы оцениваем красоту движения, мы оцениваем, как они взаимодействуют, как они двигаются. Поэтому это бесконтактный бой. Но здесь у нас разрешены броски, разрешены подсечки, разрешены различные толчки. То есть спортсмены могут взаимодействовать, но не на таком уровне, как где-нибудь в контактном карате. В капоэйре нет статичных элементов. Останавливаться нельзя. Это признак новичка. Считается, что в этот момент на тебя нападут. Еще этот вид спорта сочетает в себе танцы и акробатику, а нередко сопровождается пением. Но это не просто так. Появление бразильского национального единоборства имеет весьма печальную историю. Придумали его невольники из Африки, которые учились защищаться и при этом вынуждены были маскировать тренировки под вечерние танцы. Сегодня занятия капоэйры – это не только отработка движений, но и погружение в культуру. Но и без оттачивания элементов никуда. Какое у тебя любимое движение? Мое любимое движение – аумала. Ксения приехала из Белгорода, занимается капоэйрой только год, но уже уверенно побеждает соперниц. Несмотря на бесконтактность, бдительность терять не следует. Иногда люди не контролируют удары, попадают прямо в голову, и из-за этого как бы не разрешается этого делать. А как ты себя контролируешь? Ну, просто стараюсь смотреть на оппонента, чтобы он уходил, и если что, останавливать удар. Юные участники соревнований не претендовали на получение разрядов, зато смогли проверить, кто сильнее. Лучшие получили медали, грамоты и подарки. Достойно выступили и ребята из Химок. Среди них 7-летняя Василиса Тихонова, которая заняла 3-е место в своей возрастной категории. Несмотря на юный возраст, занимается капоэйрой уже 3 года. Мне очень понравилось, когда выступал мой брат на сцене по капоэйре, но я пошла только в 4 годика, вот, уже 3-й поезд. И мне очень нравится спорт капоэйра. Кубок России – это одно из самых важных и заметных соревнований в этом виде спорта. На него съезжаются со всей страны. Для детей это ценный опыт, возможность проверить свои силы и получить медаль за волю к победе. Погружались в культуру бразильского единоборства. Ксения Брагина, Алексей Сыченко, служба новостей.